Не-не, я не хочу, я только что из дома, спасибо. Спасибо, дорогой. Чему-нибудь голубому. Быстро! Бегом, 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 бегом! Любой голубой!
Любой голубой цвет. Быстро. Далеко ходить. Да, хорошо. Молодец. Вижу. Да, пол голубой. Стена голубая. Долго проверять не буду. Джинсы тоже. Дальше поехали. Молодцы, молодцы. Очень хорошо. Отлично. Стоп. А теперь, внимание, внимание, цвет нужно прикоснуться уже не пальцем к нему, а ладошкой. Ладошкой прикоснитесь к чему-нибудь коричневому, быстро! Коричневому! Коричневый цвет, умница, молодец! Вижу коричневый, коричневый, держи, держи, пока музыка не заиграет, только тихонько, чтобы не упало на тебя. Коричневый, коричневый, где ваш коричневый цвет? Класс! Все смогли, все успели! Вот, хорошо, так... Держи ее, держи, дружище. Вижу. Да. Во, можно. Так, дальше. Поехали вперед. Набираем скорости. Молодцы, 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 молодцы. И стоп. Давайте посложнее. Посложнее. Итак, что такое? Что случилось? Где все поесть? Степа, кто бьет тебя? Скажи мне. Рамир, Рамир, не бей больше никого, хорошо? Потому что я сегодня вам выдаю баллы. Если вы кого-то обижаете, баллы наоборот. Все, он больше не будет тебя бить. Но и ты никого не обижай. Хорошо, договорились? Все. Итак, приготовились. Цвет сейчас будет сложный. Вам нужно своим, чем же, локтем. Локтем прикоснуться к чему-то розовому. Быстрее, 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 быстрее. Розовый. Розовый цвет. Еще. Розовый. Локтем. Локтем. Розовый. Да, очень хорошо. Молодцы. Дальше. Поехали. Вперед. Давай. Еще. О, потом, сейчас не мешай сам тебе. Не мешай. Пока сюда, давай, бегу. Нет, к тому мы потом подойдем. Все вместе подойдем, я вам обещаю. Молодцы. Не нюхай его, просто бегать. Да, вот так, все, молодец. Хорошо. А вот теперь, когда музыка заиграет, нужно уже не танцевать, а встать возле вот той стеночки. Посмотрим. Бегом. Молодцы! А давайте, чтобы все поместились, мы вот эти стулья сейчас отодвинем с Мэри. Как вы думаете? Давай. Вы что, не поверили, что ли? Вроде как долго здесь находились. Быстрее. А там не клиентся люди. Я видел. Но я видишь, некрасиво. Кто из вас боится каких-нибудь чудовищ? Какое чудовище боишься? А привидение, я тоже. А морское. Кто знает морских чудовищ? Акула. Все, молодцы, знаете. А теперь внимание, тишина. Я сейчас. Все. Все закрыли глазки. Но самое главное сейчас будут диковинные животные. Их нужно будет отгадать. Посмотрим на вашу фантазию, друзья мои. Ну что ж, открываем глаза. Глаза можно открыть. Итак, слушайте меня внимательно. Это круг. Хорошо. Дальше. Поехали. Внимательно, ребята. А давайте так, чтобы по-честному, отходите к стене. Стеночки. Отходите к стене, я вам покажу. Стали сосредоточились. Глазки включили в микроскоп. Готовы? Тогда один, два, три. Не поняла! Они выиграли, Мэри. Они выиграли. Друзья, большой круг вставайте. Быстрее. Бегом большой. Аня, ты знаешь, давай все-таки мы проверим, танцевальные ли они. Давай. Ребята, все девчонки встают ко мне в одну линию, мальчишки к пирату. Сейчас мы с вами устроим настоящий танцевальный батл. Девчонки, в одну линию вот так встаем.
лучше, тогда с девочек начинаем. Начинаем. Наш ход. Поехали. Угу. Вот это да. Молодцы. Хорошо. Пали. Побеждали, пока девочки отошли. Стали ручки в бок, ручки в бок. Все. И делаем вот такое вот движение пиратское. Поехали. А пошли назад. Нет, назад. Никого не трогаем, никого. И назад. Никому не прикасаемся, ясно? Приготовились. Ручки. Вот так поставили два пальчика на каждой руке. Делаем очки. Поехали. Давайте, пацаны. Молодцы. Не толкаемся. Да. Вот так, хорошо. Ну что ж, а мы идем, как будто мы за рулем мотоцикла. Девчонки, у нас сегодня зажигатели. И итак, приготовились, парни, два кулачка вперед. Заводим моторчики. Готовы? Мальчики, давайте! Только девчонок не толкаем. Назад. Девчонки, берем большую корзину со снежками. И накидываем обратно мальчишек снежками. Поехали! Делимся, мальчишек! Назад. Хорошо. Назад. А теперь внимание. Очень сложное движение. Взяли саблю, положили его вот сюда. И вытаскиваем постоянно саблю. Вот так. Ой. Ничего себе, мальчишки. Назад. Хорошо. Девчонки, а у нас Хорошо. Девочки, не трогайте никого, пожалуйста, ладно? В следующий раз выгоню. А теперь, парни, сможете вот так. Руки на пояс и попробуйте присядь. Дальше, поехали. Очень хорошо. Пока справляете. Смотри. Отлично. На месте. Двигайся. Ножки. Ничего себе, здесь зажигательное движение. Хорошо. То, что по мне показывала. Поплыли. Время замирай, не стой. О! Молодцы. Давайте. Еще. Очень хорошо. Пока все делаете здорово. Замри. А вот теперь сложное. Поехали. Снова руку подними на матушку положи, а другой рукой ты соседа. Соседа. Танцуйте, качайте голову. И танцуем вместе. Еще. Соседа танцуем. Побежали. Очень хорошо. Особенно глаза, как у пирата. Замерли. Ну, а теперь самое сложное. Поехали. Да, круче. Ручки. Очень хорошо. Протираем. Головой. Вот это танцы. Браво, друзья. Ребята, подходим сюда поближе, у меня есть для вас секрет. Молодцы. Подходим еще ближе. Так.
я все видел, можете мне не рассказывать, я все посчитал. Вот, отлично. Всегда вам везло, чтобы вы находили клады. Я желаю, чтобы у вас было всегда хорошее настроение. Кто еще готов? Я хочу, чтобы к вам, когда пришли малыши, они вас любили больше всего. Ура! Еще кто? У кого нет флага? Итак, внимание. Кто из вас исполнит самый классный танец, тому я сразу из вашего чека... Ой, в рот не надо, он во-первых лопнет, во-вторых, не лучше этого не делать. Вообще, в рот ничего не надо засовывать, кроме еды. Итак, приготовились. Кто лучше всех исполнит танец, тому лично я из вашего червяка сделаю огромную змею. Огромную. И это будет, я думаю, это будет здорово. Вы готовы? Самый лучший, вспоминайте все движения. Тогда... Да проходите просто спокойно. Thank you.
А сейчас все внимание за стол! Бегом, бегом, бегом! Рамир, за стол! Отдай, отдай! Отдай! Сегодняшний день вы стали взрослые, вы пойдете уже в школу, уже в этом году. Поэтому я желаю вам, чтобы вы оставались такими же сильными, такими же смелыми. Конечно, становились с каждым годом все лучше и лучше, умнее и умнее. И встречаем аплодисментами наш выпускной! Вот.
Я предлагаю вызвать еще одного взрослого. Окей? Видите, большие батареи. Берем только сверху, вот нам остальное все это не надо. Хорошо. Поехали. Пышлычок? Присели. Я же скучно. Скажем так, готовы? Да! Почему они прям не жалеют? Они меня не жалеют, тебя не жалеют. Воспитатели не пожалели. Миша, ты мне нужен еще. Может, останешься? Три, два, один. Рамир, ноги. А ты была? О, давай еще. Давай, Рамир, ты что? Это как себе сейчас не забирай. Это не холодно вообще. Я тебя. Вот, все.
Спасибо.